Всем привет! Знаю, что многие конники боятся галопа в полях. Сейчас покажу, почему этого бояться не стоит и что вообще можно делать, чтобы не бояться галопа. Ну, во-первых, можно сделать стоп-кран. А как его делать, мы показывали в одном из уроков курса. Сейчас покажу, если ваша лошадь обучена стоп-крану, можно этим пользоваться в поле. Если лошадь понеслась домой или куда-нибудь еще, делаем вот так. Еще один вариант, такой более щадящий для тех лошадей, кто не знает, что такое стоп-кран, это просто попробовать плавно, не резко заворачивать лошадь на вольт. И на вольту лошадь в любом случае снизит скорость. Если не снизит, заворачивайте чуть-чуть, делайте вольт чуть-чуть поменьше. Поехали, Бел. И плавно-плавно уменьшайте вольты, чтобы лошадь сбрасывала скорость. На большой скорости не крутите маленькие вольтики, а как только лошадь сбрасывает скорость, можно вольт уменьшать. Еще один вариант. Если у вас большое, ровное, широкое поле, и лошадь вдруг поскакала по этому полю, ну и дайте ей поскакать. Сидите в седле, получайте удовольствие, делайте круги по полю, пока лошади не надоест. И когда лошади надоест, сделайте еще кружочек или два, чтобы она понимала, что ну, не стоит самодеятельничать. Давай, Белка.